Автоарсенал пополнился. Во Владимирской области между 21 государственной больницей распределили 51 легковой автомобиль отечественного производства. Для пополнения автопарка больниц областная администрация выбрала отечественные машины повышенной вместимости и проходимости «Лада Ларгус Кросс». Муромским учреждением здравоохранения распределили 9 машин. В МГБ номер 3 поступило 5 автомобилей. Они уже используются для оказания медицинской помощи пациентам на дому, доставки лекарственных средств и забора анализов. Подробнее в сюжете Елены Петровой. Потребность в санитарном транспорте в период пандемии значительно возросла. Своевременный выезд медицинского работника к пациенту, оказание квалифицированной помощи на дому – все это играет колоссальную роль в лечении больного. 5 новых «Ларгусов» стали хорошим подспорьем для городской больницы номер 3. Высокая посадка, достаточно надежный двигатель. Те машины, которые сейчас вышли на рейс, они работают и в городе по вызовам, и по районам. В день у врачей вызовов бывает до 50-60 вызовов больных. Начинают работу с 8 часов, а заканчивают наши врачи работу в 20:00, в 21:00. Легковые машины были закуплены для обеспечения деятельности амбулаторно-поликлинической службы. В ЦРБ «Ларгусы» уже используются для транспортировки врачей и фельдшеров, оказания неотложной помощи, а также для доставки лекарственных препаратов и перевозки биоматериалов. Машины у нас получены в рамках национального проекта развития первичной медико-санитарной помощи. Нам очень повезло, особенно нашей больнице, мы получили 5 машин. Эти машины у нас распределены по всем нашим амбулаторным подразделениям. Получили машины и 1-я, и 2-я городская поликлиники, и сельские наши подразделения. Это территория Пестеньгинского, наша амбулатория механизаторов. Борис Глеб получил. Поэтому это очень хорошее подспорье. Автопарк 3-й городской больницы обновляется. В ближайшее время ожидается поступление 2 комфортабельных 12-местных автобусов марки «ГАЗ». Елена Петрова, Илья Облетов. Наши новости.